во всех организациях и на предприятиях есть столовые. Оспаривать важность горячего питания в обед едва ли кто возьмется. В Слонимском водоканале столовая есть. Руководство организации не пожалело немалых средств на ремонт и оборудование этого места. Выглядит оно не хуже любого ресторана, под стать условиям и обслуживание, рассказывает заведующая столовой Татьяна Петракевич. Обеденный зал наш рассчитан на 32 посадочных места и представлен четырехместными столиками. Значит, в нашей столовой не так давно прошел ремонт. Сделан современный дизайн, встроена система кондиционирования, телевизор, что способствует приятному приему пищи. В производственных цехах была произведена замена производственного оборудования. Также у нас есть пара конвектомат, и не побоюсь сказать, что это изюминка нашей кухни. Здесь можно приготовить блюда как на пару, так жарко с паром, и просто жарко с применением малого количества жиров, что является диетическим блюдом. Вот. Наши повара готовят качественную, здоровую и по-домашнему вкусную пищу, готовят с любовью. Продукты для приготовления мы закупаем малыми партиями, поэтому всегда все свежее. Каждый день с 10 утра мы можем предложить горячие завтраки, сырники, омлет, горячий бутерброд, чай, кофе, для чего была приобретена кофемашина. Еще у нас имеется возможность предварительного заказа мясных полуфабрикатов и блюд горячих, то есть папороть, кветка, допустим, шницель, буженина запеченная. Также у нас очень хорошо спросом пользуется наша выпечка, беляши, сосиски в тесте, булочки различные, печенье. Обед у нас проходит с 12 до 14. Цены на обеды умеренные. Вот, допустим, взять даже сегодняшнее меню, вот у нас, допустим, борщ холодный, пюре, салат из свеклы, шницель, там сок яблочный, хлеб. Это выходит где-то в пределах 7 рублей 40 копеек. А если взять чуть подороже, там еще зеленый плов, салат чайка, хлеб и тот же компот, то это выходит где-то в пределах 80 рублей, вот так. 8 рублей 80 копеек. Большой минус у столовой. Находится она на окраине города. Не каждый за время обеда туда доедет. Однако и здесь есть выход. Работник столовой может доставить комплексный обед прямо к вам на рабочее место. Доставка бесплатная. Послушаем специалиста отдела снабжения. В настоящее время наше столовое общество активно развивает направление доставки горячих обедов в офисы организации. И я хочу отметить, что сейчас у нас уже есть постоянные клиенты, которые, мы точно знаем, довольны нашими блюдами. Они сравнивают наши обеды с домашними обедами по вкусовым качествам, а также по качеству продуктов. Вы можете позвонить по номеру телефона, который указан во всех наших социальных сетях. Также мы выкладываем меню в Инстаграме, в Телеграм-каналах ежедневно. Звоните, принимаем заказы до 11 часов текущего дня и в этот же день доставим вам горячий обед. Вся информация о меню комплексов и номера телефонов указаны в наших социальных сетях. Это Инстаграм нашей столовой и Телеграм-канал нашего общества. Вы можете позвонить до 11 утра текущего дня по этому номеру телефона, сделать заказ. Наши работники столовой упакуют обеды в одноразовую посуду, а водитель доставит комплексные обеды в термосумке, сохранив их горячие свойства. А доставка платная? Доставка по городу бесплатная. А к какому телефону обращаться? 8044-77-22-892. Ждем вас по адресу. Город Слоним, Пушкина, 120. Благодаря нашей столовой организовано горячее питание. Грубо говоря, не отходя от рабочего места, я могу, не напрягая супругу, поесть хорошей домашней пищи. Вкусная еда, приятная обстановка, красивое помещение. Уже не с этой организации, с другой? Конечно. Давно тут питаете? Иногда заезжаем. А что привлекает? Привлекает то, что близко, удобно, комфортно, вкусно. Вот гости наши, Белки про газ, приехала к нам в гости, командировку, и с ними решили поблизости посетить это заведение.